Всем привет! Мы начинаем новую игру. Не знаю, насколько она. Я поспрашивал там немножечко. Это Raid World War 2. Я хз, что это, если честно. Знаю, что это только похоже что-то на Paid 2.2, только в мире Второй мировой. Вот. Так, я так понимаю, ролик уже будет заблочен в Германии. В смысле, тут зомби есть? А, ну трейлер. Это трейлер, мы это видели. Я эту фигню скидывал. Там еще будет эффектный вот этот вот. Это я не вам еще. Хотя один хрен вырежут, если кто-то будет в будущем, да? Все найдут, все сделают, все переврут. Мы начнем играть офлайн. Это первое, что хочу сказать. И я хотел бы звук убавить немножечко, потому что это всегда делается так. Вот так. Я смотрю, русский язык уже включен. Это хорошо. А видео, качество 180, качество эффектов. В смысле, чуть по процентам измеряется. Обновление 60 Гц, но у меня монитор такой, поэтому смысла больше нету. Покачать головой, что это значит? Ну окей. Применить. А, вот доп. Настройки. Тут применить нажимаю, да? Все, применилось. Видимо, да. Доп. Настройки. Высокая. Что такое сброс ГП? Не знаю. Очень высокая. Ну, естественно, очень высокая, что есть. Что и на чем я играю, собственно. Очень высокая. Это игра какого-то года непонятного. Играем офлайн. Я играю в соло. Посмотрю, что там. Мне говорили, то, что какие-то есть там задания, штук 10-12, что ли. И вот их надо пройти. Собственно, все. Не думаешь, это надолго? О, привет! Итак, я Остап, так что случайно слушайте внимательно. Ситуация следующая. Гитлер побеждает, и мы должны принять решительные меры. И мы вынуждены предпринять... Вы одна из тех мер. Самые лучшие, самые умелые бойцы, которых мы смогли найти. С вами никому не сравнится. Вы умеете выживать и всегда выполняете задания. А наше задание — выиграть войну. Черчилль дал нам задание атаковать Рейх любыми способами. Проще говоря, сожгите Европу, если нужно. Наша цель — Гитлер. И все, за что сражаться, это немецкий говнюк и его нацистские дружки. Мы будем беспощадны, никаких правил. На этой войне нет места хорошим манерам. Это же актер какой-то. Взрывайте их поезда и мосты, сжигайте их живьем. Прочитав ваши дела, я понимаю, что такие парни, как вы, здесь не только для ради выполнения долга перед страной. Ух, кучаник милый. Так что никто не будет против, если какое-то нацистское золотишко пропадет. Ну да, по идее, походу. История вас не запомнит, но она будет написана вашими усилиями. Удачи. А как же вот это? Вот это же, я так понимаю, это англичанин был? Пальчик надо было отводить. Так, знаете, что заметил? У меня там этот Брэн Мауэр вылез. Почему-то он поверх не вылез, а вылез где-то под низом, походу. Там, походу, по-хорошему бы разрешить нажать. Давайте-ка это сделаю. Там же ничего такого нет. Уди. Инфы там вроде никакой не было. Добро пожаловать в банду Рейд. Я надеюсь, такими роликами будет сопровождаться вся игра. Это забавненько. Так. А где оружие? А, вот оружие. Разведчики предпочитают вести бой на дальних расстояниях, прикрывая своих огнем. Они в совершенстве владеют снайперской винтовкой, также могут эффективно вести огонь из автомата и штурмовой винтовки. Понятно. Closing distances skillfully.
Штурмовики наносят большой урон и предпочитают открытый бой. Лучше всего они владеют штурмовой винтовкой, но также неплохо справляются из автомата и ручного пулемета. Мятежники мастера ближнего боя и рукопашного боя. Из огнестрельного оружия они лучше всего владеют автоматом. Также могут эффективно использовать дробовики и штурмовые винтовки. Я не знаю, чем я в этот смычитаю, в смысле, я все равно буду играть за разведчика. Подрывник. Интересно, блин, то есть это немец. Так же против немцев. Дробовики любят взрывать все подряд. Неудивительно, правда? Из огнестрельного оружия им привычнее всего дробовик. Также они неплохо владеют штурмовой винтовкой и умеют стрелять из ручного пулемета. Давай вот этот возьмем, все, и не будем париться, что я тупить буду. А, разведчик, короче, все. Англичанин, ну, что ж теперь, далее. Можно выбрать. Ну, блин, естественно, русский. Блин, ну что так выглядит? Я не хочу так выглядеть. Вот, англичанин. Все, нормально. Введите имя персонажа. Ну как меня зовут? Как меня зовут? Угадайте. Блин, а тут нету этого низкого шрифта. О, еще за лаги. Убейте охранника. У меня нож так. Ебать, что это? Что такое? Это что такое? Кто такую херню придумал? А, все нормально, но все вместе. Но уже лучше, но еще много. Вот. Но все равно быстро. Это балдеть. Вот, это что-то похоже на правду. Как я играю обычно. Похоже, впереди охранник, нельзя поддаваться ему на глаза. И чтобы ни звука. Нам, ну, графа, конечно, да. Графа, да. Офигенно, спасибо за эту надпись. Ну, хоть что-то, чтобы было. И как? Серьезно? Даже анимации нет. Ну ладно. Finding a home for this fellow. Это прятать, да? Мысли. Подберите патроны. Иногда противники могут вырыть патроны. Взломайте ворота. Твою мать, нужно разобраться с замком. Как это? А, ну, все, угадал. Угадал, что делать надо. Водить на кладбище. Не. Я понимаю, почему у игры смешанные отзывы. Один охранник на всю улицу. Вы понимаете иронию? А тут есть, кстати, отключение? Давайте сразу все узнаем в видео. Индикатор попадания, покачать головой, использовать эффекты ускорения камеры. Нету. Короче, походу нужно будет искать какую-нибудь штуку, которая позволяет скрыть интерфейс. Давайте я вот так сфоткаю. Это вроде немного красиво даже. Это снайперка такая? Интересно, блин. А снайперский прицел будет у меня? И как нам пробраться внутрь? Ну там вон же это. Только что открывали-то. Ух ты, ни хрена. Ну ладно. Убейте немцев. А где это? Вот это? Как же не чувствуется убить немца с помощью особого умения? Какого умения? Что за особое умение у меня? А, замедление у меня какое-то? А, автонаводка!
Вот поэтому не надо было им лезть не свое дело. Это автонаводка, прикиньте. Тут есть АИМ. Легальный АИМ. Ни хрена себе. Надеюсь, тут ПВП нету. Потому что это бред. Это я... Мысли... Ни хрена себе. Серьезно. Это было неожиданно. Тут есть расчлененка. Я пулей голову отнес. О, врата смерти. Волшебно. Похоже нам сюда. Надо звук прибавить. Слишком тихо. Давай на 50 поставлю, как было. О, похоже на правду. Думаю, стоит начать с цепи. А как я здесь буду стрелять со снайперской винтовки? Подберите медицинские принадлежности. Да ёпта, задолбала тоже игра. Вылечиться, нажмите F. Ну такое не каждый день увидишь. Думаю, стоит открыть пару ящиков. А ваш передатчик наконец заработал. Прекрасно. Позвольте представиться. Я мисс Уайт, и мне поручено руководить проектом RAID. С помощью передатчика вы сможете связаться с другими агентами RAID и присоединиться к ним на задание. В свою очередь, другие агенты также могут помочь вам на задание. Ну, я в коопе не буду проходить. Скорее всего. А, это... За карточным столом вы можете не только расслабиться между заданиями, но и получить, получше изучить вашу коллекцию карточек испытаний и усилений. Карточки испытаний можно использовать для повышения сложности задания. Выполнив такую миссию, получите больше, более ценную награду. Карточки усилений дадут вам временное... Так, чё, в итоге... Это типа моя база? Здесь вы можете нанимать новых бойцов отряд RAID и выбирать, кого отправиться на задание. Если для вас нужна эстетическая составляющая операции, здесь можно переодеться, наверное, да? Переодеть кого-то. Вряд ли кого-то будут переодевать-то. Ох, у меня здесь есть туалет. Это уже хорошо. Все удобства, если не считать кирпичи. С помощью оружейного верстака вы можете улучшить свои орудия войны. И что не менее важно, именно здесь вы будете выбирать, что взять с собой на задание. На полигоне вы сможете раскрыть и подточить таланты и способности каждого члена отряда RAID. Задолбали эти ящики. Ну ладно, что это в принципе... Газ бомба. Яйцо для любви. О. Яйцо для любви, Адольф. Понятно. Думаю, вас не надо просить дважды о маленькой услуге. Надо помочь фашистам потерять пару-тройку слитков. Если вам удастся найти их, то можете приукрасить ими лагерь. Ёпта, я ж тут был. У военной карты вы можете получить инструктаж и ознакомиться с разведданными по заданиям, а также выбрать, на какое задание отправиться. Ага. Мне говорили то, что здесь не так много заданий. Типа около 10 где-то. В принципе, это довольно мало, действительно. Взять личный жетон, удерживайте. Во время задания вы не забывайте подбирать жетоны павших солдат-союзников, войск, которые могут встретиться вам на пути. Каждый найденный вами жетон поможет нам известить родственников погибших об их судьбе. Не волнуйтесь, за каждую находку полагается вознаграждение. А вот это хорошо уже, да. Говорит мисс Уайт, отлично, вы разбили лагерь. Советую отдохнуть перед первым заданием. Конец связи.
Это все обучение было? Говорит, а, ну все. Ну давай отдохнем. Миссия выполнена. Первая выполнена уже, хорошо. Идем на вторую, у нас 15 минут еще есть, в принципе. А, кстати, где я нахожусь, вроде все окей. Ну, посмотри, где интерфейс, я чуть не обратил внимания. А, внизу здесь, весь интерфейс внизу. А вы кто такие? Ты кто? Эй, давай посмотрим, что здесь можно сделать. Ну, по-моему, такую я делал как раз в 3D, наподобие, что я делал, да? А, нет, я не совсем то делал. Похоже, но нет. Как я ее делал-то, блин? А нахер мне это брать, если у меня все равно... А, 98K. 10 уровень. О, как красивая какая. Пулемет Томпсон. Ну, выглядят они, кстати, ну, так себе, если честно. Я, наверное, даже лучше могу сделать. А это игра от первого лица. А, вот прицел, кстати. А чё у меня прицел? Ты чё, эй? Включить прицел. Их ни хрена себе палка. Что такое Enable Weapon Cosmetic? У меня нету его. Так улучшить, чё? Что тут улучшить можно? О, ничего себе, прикольно. Снижение отдачи, снижение разлета. Откуда разлет у снайперской винтовки? Допустим. А как это улучшать? Мне нечем улучшать, да, наверное, сейчас? А, пошли на задание тогда. О, неплохо. Это полигон какой-то там что-то, да? Вот задание вот здесь. Ну, погнали. Что такое? О, сколько заданий-то? Вот давайте посмотрим. Рейдов. Эх, ни хрена себе, довольно много. А операций? Ну окей, мы это пройдем. Думаю, пройдем. А, падение Одина. Доктор Максимилиан Райнхарт, ведущий ученый программы специального оружия СС, находится в Берлине. Пережив покушение в Пенемюнде, доктор стал настоящим параноиком и больше не покидает свой воздушный корабль «Один». В данный момент он находится на дозаправке на верхней площадке зенитной башни Берлинского зоопарка. Отправляйтесь туда, воспользовавшись заправочной системой зенитной башни. Уничтожьте «Один» и убейте доктора Рейнхарда. Проберитесь в зенитную башню, с помощью газовых вентилей заполните «Один» взрывоопасной газовой смесью. Взорвите газ, выберитесь живым. А, ну это кто? Окей, как мне это теперь запустить? А вот начать. Огромное укрепление башни, кишащее нацистами, и огромный корабль, который нужно взорвать. Звучит весело. Давайте зададим им жару. Обалдеть, оборжешься просто. Веселье. Вот идешь. А, не уходит, понял. О. У меня все максимальное, да? Second thoughts. Ну, начать. Что это такое? Чат, что ли? А, это чат, да. Начать, ладно. Сам с собой поговорился. Я сейчас такую, блин, винтовочку делаю. Просто посмотрим, как она получится. Из Апекса прям выглядит классно. Только я буду анимацию делать, еще не скоро закончу. Но выглядит пока уже классно. Прям. Я такое еще никогда не делал. Прям делаешь, знаешь, и кайфуешь. Хотя у меня еще одна работа теперь есть. И правда, давайте найдем выход.
Блять, чуваки. Ну ладно, будем слушать их и голоса, которые не переводятся. Мне их надо убивать? Или мы по стелс играем? Не понимаю. Перси внимательные. Найти бункер, в который можно проникнуть. Ну, наверное, только так можно. Crazy, like right. Абсолютно бесполезную инфу, говорят. То есть попробуем уметь. Не бегайте перед прицелом, ребят. Посмотрим, что будет, если так. Он не сдох. Ни хера их там. Пока идет, наверное, неплохо. Ребят, гасите его. Ни хера музыка пошла. Мы попытаемся так сначала пройти. Такое. Оу, нифига он прыгнул вовремя. Ай. Ни хера там толпа бежит. Ребят, гасите их. Особенно ближних. Ближних гасите, блин. Ай-яй-яй, кто по мне стреляет? Это не по мне, что ли? Это что такое было? Что за трюки? Мне кажется, это по стелку нужно делать. Потому что что-то их до хрена больно. Ну вы... Вы кто вообще? Вы что так стреляете-то? О, у них патроны есть. Тири-ти-тири-тири-ти. Это тир прям. Блин, нихера себе их там бегает. Па-пара-па-пара-па-па-па. Ай-яй-яй. Ребят, давайте вы будете как-то помогать. Опа, еще кто-то бежит. Двигаемся вперед. Ой, промах. Где он? Ай. Я не вижу, кто стреляет. О, это что такое? О, он прочный. Он вообще умирает? Лежать. Он сдох. Да? Тишина вроде. Все, ребят, пошли дальше. Короче, мы тут зачистили. Походу, наше задание выполнено сейчас будет. Надеюсь. Не, ну стрельба вроде так и... Блять. Предчувствие плохое какое-то. Найти бункер, в который можно проникнуть. А мы всех загасили противников-то? Я думал, кнопка. Походу, мы все загасили вообще-то. Больше ничего нету. Прикольный мотоцикл. Ну да, вот за это вот мне уже не... Чё ж ты остановился-то, чел? Так, давайте сами.
О, бля. Это не оружие, это говно какое-то. Нет, с этого стрелять не стоит. И сколько так будет волн этих? Это насколько одна миссия по времени? Ой, не убил. Магазин бы увеличить, а то вообще беда. О-о-о, ребят, вы что делаете-то? Да не мечеши ты перед экраном. Как неудобно. Вот стреляешь. Слева, слева. Еще слева. Хорош, почти всех убил. Это как так? Неудобно очень. Да ёб ты. Где мои? Ты, ребята, ребят, давайте вы стрелять будете. Ой-ой-ой, блядь. Что-то со снайперкой не очень удобно тут играть. О, блядь. Там ступенька мешает, кстати. Они прыгают перед тем, как я стреляю. А вот это что? Вы будете стрелять? Ой, это вообще другой чел был, походу. Патроны кончаются. Походу, это по стелту надо проходить. Потому что иначе это просто беда. Ой-ой-ой, это что такое? Это что такое? Что-то как-то, блин, их очень много. Прям вообще пиздец. Всё? Эндахок. Сейчас пробежит опять огнестрел какой-то. Огненный чувак. Что, всё? Выходим, ребят, всё хорошо. Не надо так. Так не надо делать. Это плохой знак. Расставьте канистры с бензином у бункера. Задохнуться в дыму, дверь откроется. Так, поставить куда? Где все мельчишени там? Сейчас выйдут. Тихо ты с дробовиком-то. Да ё-моё, какой кривой. О, хорошо. Вот что ты делаешь? Блин, ребят, ну вы... Броуновское движение прям. Где... О-о-о-о, ребят, ну как так? Ну вы что делаете-то? Ужас какой-то. Это, блин, это не бойцы. Хватит за мной бегать. Да уйдите нахрен. Какие они тупые-то, обалдеть. Мне как-то наверх попасть надо. Убить его? Газ, это, блин, паркур. Опа, смотрите, смотрите, вот он. Еще один, что ли? Это фликшот был. Блин, это просто смех. Вот как можно так пригнуться вовремя? Ебать, они прыгают. А, так нельзя, да? Что это такое? Заметка. Вы прикройте меня, ребят! Вам нужна канистра. План нового рейда.
А, окей. Прикрывайте, ребят. Короче, я сделаю. Откуда стреляет? Откуда там взялся? Ой, блин. Можно мне прикрывать? Пожалуйста. Ну, пожалуйста, блин. Так, окей, может, одну задание выполним? Мы уж всех поубивали тут. Ну да, это чисто какой-нибудь лотфадет, не знаю. Блин, может, вы тоже будете таскать? Это как так? Окей, готово. Сейчас принесу. Насколько длинное задание? Тихо. Выстрелить бензинки. Окей. Дождаться, пока немцы откроют дверь бункера. Ну, я думаю, они с нами разберутся. Ой, хорошо, щель нашел какую. И вообще нормальный. Блин, опять все прибежали. Было так хорошо в одиночестве. Не, ну вот в соло тут играть вообще невыносимо будет. Тут противников слишком... Ой-ой-ой-ой. Но зум! Мастер плосшота. Вот что так трясется камера? Ой-ой-ой. Прикрой, иди туда. Меня сейчас убьют там. Ты стрелять будешь? Что ты делаешь? Пройти во двор территории зенитной, что-то там. Походу мне полчаса явно не хватает. Воу. Это как он там оказался? Давай внутрь заходим. Уйдите, придурки. Так, что здесь сделать надо? Вверх залезть. Понял. Здорово. Так, не надо так делать. У меня уже КХП кончается так-то. Бастарды. Что происходит? Это что, прыгнуть надо? О, патрончики, походу. А ХП есть? О, аптека. Неплохо. Так, что там? Ну да, это как лотфадет, короче. А нахер? А, понял. Так, можно пробежать, в принципе, вообще. Делаю! Прикройте! Сделал! Прикрывайте! А чё так долго ждать-то? Очень неудобная зона. Музыка задалбливать начинает. У, нихря. Да. Как они неестественно двигаются, это просто обалдеть. Вот что это было? Кто так передвигается? 3-4 минуты надо заканчивать как-то. Воу-воу-воу-воу. Как-то лучше. Можно, пожалуйста, прикрыть с одной стороны меня? Дебилы. Все, пошли внутрь.
Да, инсайт, инсайт. Патрончики, походу. Да, неудобно со снайперкой здесь, конечно, воевать. Ну ладно. Потому что они ваншотаются в любом случае. Ну это так интереснее, короче, вертолет, что ли? Блин, ну они тупые, просто не могу. Ох ты, нихуя. А как гранату кидать? Откуда это взялся? Ладно. Я понимаю, почему смешанные отзывы. Так, рад, Винтик. Куда еще? Итак, я сейчас все объясню. Подождите, подождите. Поскольку серия вышла большая, здесь будет разрыв такой, типа хоп и остановка. А, я скажу так. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Заходим в группу, там скриншот обзора саундтреки. Ну и, как обычно, всем спасибо, всем пока. А далее продолжится во второй части все это дело. И там уже будет часовая серия, сколько помните, да? Вот. В принципе, все.